алжирский флаг в честь Эльжара. Марокканец, в честь него. Алжирский. Лукас Винтра 1-0. Ну, тем интереснее будет дальше. Леванта открывает счет. Классическая подача от вратаря. И проспали здесь барселонцы. Почему-то Сеск был рядом с Винтрой. Пике тоже здесь, видите, засиделся и потерял позицию. Вот, видите, Пике выходит слишком поздно, не успевает и Фабригас. Да и вообще ему сложно было бы с Винтрой справиться. И Винтер отправляет мяч в ворота. Классический розыгрыш углового. И счет 1-0 в пользу хозяев. Ну, с почином. Понятно, что раз Леванта открыл счет, по крайней мере, у нас в некоторое количество времени будет в этом матче интрига. По крайней мере, пока Барселона не забьет треть.